ВНЖ в Турции могут получить те, кто предоставит властям определенный пакет документов, кто может сам обеспечивать себя и кто не кажется угрозой для общества. Никаких дополнительных или особенно сложных условий нет. А вот преимуществ от обладания ВНЖ – масса. В этом видео об одном из особо приятных плюсов наличия в кармане турецкой карточки ВНЖ рассказывает компания Tolerance Homes. Кажется, единственное агентство недвижимости в Анталии, которое бесплатно предоставляет клиентам адвоката для общения с миграционными властями. Все преимущества обладания турецким ВНЖ можно посмотреть в большом видео по этой ссылке. А сейчас расскажем об одном из самых приятных преимуществ, которое сильно экономит бюджет жизни в Турции. Это медицина с огромными скидками. Обладатели ВНЖ Турции могут наравне с гражданами страны пользоваться медицинскими услугами местных клиник и так называемых врачей семейной медицины. Фраза «наравне с турецкими гражданами» означает или бесплатно за счет страховки, или с большими скидками. Иностранцы без ВНЖ заплатят в 3-4-5 раз больше. Государственную медицинскую страховку СГК можно оформить на второй год жизни в Турции с ВНЖ. Обычно полис оформляется на главу семьи, но пользоваться им смогут и супруга, и несовершеннолетние дети. Такой полис покрывает большую часть расходов не только в государственных, но и в частных клиниках. Все, кто хоть раз был в турецкой больнице, знают, что клиники тут отлично оснащены. Даже в небольших отделениях, вдали от крупных городов, несложно найти аппарат МРТ, УЗИ или другое сложное диагностическое оборудование. Подробнее о медицине в Турции можно посмотреть в других наших видео. Мы в разное время сняли их немало. Загляните по этой ссылке в нашу подборку. Наверняка найдете что-то особо интересное для вас. Медицинская страховка в Турции покрывает не только часть стоимости услуг, но и лекарств. Врач в клинике выписывает рецепт, тут же рецепт регистрируется в электронной системе, вам выдается вот такая маленькая бумажка, и вы с ней идете в любую аптеку. И удивляетесь, насколько дешевле вам продают прописанные препараты. А вы знаете, как ценят иностранцы отдельные отрасли медицины в Турции? Сюда люди специально приезжают из других стран, чтобы провести внешнее оплодотворение, операции по замене суставов, протезированию зубов, сделать что-то симпатичное у пластических хирургов, пересадить волосы и так далее. На эти услуги цены в Турции могут быть в 3-4-5 раз ниже, чем в среднем по Европе. Бонусом приезжие получают море, солнце и все красоты страны. Это называется медицинский туризм. О нем наши эксперты тоже знают довольно много. ВНЖ в Турции открывает массу возможностей для иностранцев. Мы рассказали всего об одной или двух из них, но в большом видео вот по этой ссылке вы найдете и другие преимущества обладания турецким ВНЖ. Найти свое место под солнцем, чтобы получить ВНЖ, помогает агентство недвижимости Tolerance Homes. Огромная база объектов по лучшим ценам на любой бюджет на сайте агентства. Вопросы ждем в комментариях и по этому телефону. Подпишитесь на канал и не пропускайте новые видео про жизнь в Турции на канале «Жизнь в Турции».